Давно когда-то в древнем Назарете жила Мария девушка в рассвете, чиста и непорочна, как цветок. Возлюбленным ее был только Бог. Но вот однажды ангел Гавриил Марию праведницу в доме посетил, сказал ей то, что Бог вложил в уста: зачтешь в чреве и родишь Христа. Но вот однажды ангел Гавриил Марию праведницу в доме посетил, сказал ей то, что Бог вложил в уста: зачтешь в чреве и родишь Христа. Хоть сын не будет царственным на вид, но от кромешной смерти он победит. Не будет царствовать ему конца, он будет сыном вечного Отца. Великим будет сын твой на земле, и не оставит он ее во зле. Мария дева скромно говорит: но я не замужем, кто это сотворит? Великим будет сын твой на земле, и не оставит он ее во зле. Мария дева скромно говорит: но я не замужем, кто это сотворит? Не беспокойся, будет Дух Святой. Ты только сердце для него открой. Смирившись, дева говорит: все сделаю, как Бог велит. Раба Господня пред тобой стоит, пусть будет так, как только Он велит. Христос родился, умер, воскрес, избавление явилось нам с небес. Раба Господня пред тобой стоит, пусть будет так, как только Он велит. Христос родился, умер и воскрес, и избавление явилось нам с небес. Сих пор праздник в христианстве есть, и радует народ благая весть. И все сбылось, Христос нас искупил, Он чашу смерти вместо нас испил. Пускай молитвы радостно звучат, уста во славу Господа кричат. Для всех нас эта весть благая, откроет Бог нам врата рая. Пускай молитвы радостно звучат, уста во славу Господа кричат. Для всех нас эта весть благая, откроет Бог нам врата рая. Пускай молитвы радостно звучат, уста во славу Господа кричат. Для всех нас эта весть благая, откроет Бог нам врата рая. Откроет Бог нам врата рая.